Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Прошу, помогите прояснить, чем мужчина руководствуется, когда присылает мне сообщение с подарком, вкусный букет и заявляет, что от любовницы. И еще спрашивает меня, как это? Аноним. Давайте мы сразу с вами определимся, что психологи не обсуждают третьих лиц. Вот совсем не обсуждают третьих лиц психологи. Мы помогаем скорее разобраться вам в себе. Мы помогаем себе разобраться, да. Но мы не помогаем понять другого человека. Потому что другой человек, извините, к нам не обращался. Вот. И, соответственно, мы не имеем права его обсуждать. Поэтому здесь, я думаю, нужно сказать так. Что если мужчина присылает вам, такого рода вещи, да, такого рода, подарки, как вы говорите, вот. Значит, я думаю, что характер ваших отношений таков, что в них, в этих отношениях, превалируют гендерные истории. То есть история, где вы с мужчиной взаимодействуете по принципу только мужчина и женщина. В основном. А личностного взаимодействия между вами маловато. Потому что в ситуации, когда человек акцентирует свое внимание на любовницу и так далее, это говорит о том, что вот эта самая гендерная составляющая здесь на первом месте. И это нужно корректировать. То есть, как минимум, переводить взаимодействие в сферу личностного больше. Для того, чтобы вот эта вся история отходила на задний план. Вы пишете, меня захватывают эмоции, и я им отвечаю, что мне безразлично. Ну вот видите, здесь у вас происходит неконкурентность, то есть вас охватывают эмоции, а вы говорите, что вам все равно. А испытывать эмоции в этой ситуации абсолютно нормально, испытывать эмоции, в том числе и неприятные эмоции, абсолютно нормально испытывать. Но вот то, что является, на мой взгляд, патологичным и вредным для вас, откровенно, это то, что вы, по сути, свои эмоции не выражаете. По сути. Вот. То есть вы, по сути, их скрываете. По сути дела. Вот. Это второй момент. Дальше. За день до этого он обвинил меня в безразличности. Ну, я думаю, что если мы говорим здесь вот о безразличности, то это опять же связано с вашей неконкурентностью. Скорее всего. То есть речь идет о том, что вы, просто вот не проявляете свои эмоции. Не проявляете свои эмоции, правильно.
Вот, вы не выражаете свои эмоции, очевидно. Вот. И, соответственно, это вот это ощущение, что вы, ну, безразличны. Вот. Чуть позже пишу, что это так, когда много любовниц. Но, опять же, есть ощущение, да, что вы здесь идете на нападение, на какую-то вот провокацию же с вашей стороны. То есть тут надо посмотреть, какие эмоции, какие чувства здесь стоят. Ну, вот. На что он отвечает, даже не помнишь, что это ты мне отправлял, и правда, это был мой ему подарок на день рождения, только ответила, что он ребенок. Ну так, о чем речь? Мужчина, по сути, здесь показал, да, что вы забыли, и что вы отреагировали, ну вот так, как будто вы не очень уверены в себе. Вот, но опять же, есть ощущение, что это следствие, как бы, каких-то других проблем, более, ну, глобальных, что ли. Еще ситуация нашла, только ответила, что он ребенок. Но если он ребенок, то вы родитель, тогда. Вы знаете родительскую позицию. Еще ситуация нашла ему клиентку с моей работы, он страховой агент, приехал ко мне на работу, даже не известив меня, а должен был. Я случайно видел его в лобби, он сидел с этой женщиной, я к нему не подходил, дабы не мешать. А только из-за этого вы не подходили к ним. Позже пересеклись еще раз, когда он выходил, я и поздоровалась. Позже пишет мне сообщение, тогда уж она не поздоровалась, я уже не знаю, как реагировать на это. А как вы реагируете? Ну, то есть непосредственно, какие у вас чувства там возникают? То есть это злость, это страх, это непринятие, вот что вам бы здесь в своих ощущениях разобраться, наверное, сначала. Я помогаю ему по работе, когда просит помочь. А зачем? Зачем? Да, насколько свободно вы это делаете? Пытаюсь поддерживать, чем могу, если ему нужно. Опять же, а насколько легко вы это делаете? Я просто люблю его. Ну, люблю — это означает, принимаю таким, как он есть. А вряд ли, называя человека ребенком, вы его принимаете таким, как он есть. Поэтому стоит подумать, что вы понимаете под любовью. Между нами встречи нечастые, интимного плана и переписка почти каждый день. Пишет он сам в основном первый. Ну, вот характер ваших отношений говорит сам за себя. Если встреча только интимного плана, значит, у вас гендерное взаимодействие. О чем идет речь? Когда в отношениях присутствует только гендерное взаимодействие, то люди непременно начинают бодаться. Помогите разобраться, чем руководствуется мужчина, когда так ведет себя со мной. Мы не знаем, потому что этот человек нам не знаком. Ваше описание, это описание достаточно субъективное. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно пообщаться с мужчиной. Мы не умеем читать мысли. Поднимать этот вопрос в переписке совсем, думаю, не найду понимания. Ну, зависит от того, как вы поднимете вопрос. Если вы напишите о том, что вам что-то неприятно, это не то же самое. Встреча, не знаю, когда состоится, но может вы как-то можете прояснить и дать совет. Советы психологи не дают. Вчера эта фраза, ты даже не помнишь, сопроводилась тем, что он поначалу, мне уже было не смешно, умиление какое-то на минутку, а позже это сменилось на обиду какую-то даже. Ну так это история про вас, история про ваши собственные противоречия. Вот, его любовница отправила ему, у меня последняя паническая атака, настроение без того скачет, я думаю, что шутить на эту тему лучше не нужно. Возможно, но это означает, что мужчина не очень-то волнует ваше психоэмоциональное состояние. Что довольно-таки логично, учитывая, что между вами только интимные встречи. И без того, мне непонятно, что происходит между нами. Вот вы говорите, мне непонятно, что происходит между нами. А что вы чувствуете? Что вы хотите, что вы не хотите, что вам нравится, что вам не нравится. Как это соотносится между собой, я имею в виду пропорции. По поводу не поздоровался, я поздоровался, не должна была бегать за ним, он мог просто сказать спасибо за то, что добыл ему клиентку, а не упрекать меня за то, что не подошла к нему. Видите ли, когда человек любит, его принимают таким, как он есть. Мужчина, он, инициатива должна исходить от него. Может, я чего-то не понимаю. Да, вы не понимаете в том, что инициатива должна исходить от мужчины. Не всегда она должна от него исходить, точнее, она исходит от тех мужчин, которые ее проявляют. Вы же требуете инициативы от мужчины, который, судя по всему, не очень-то любит ее проявлять. Или не очень хочет. Вот. Так, дальше.
возможно, детские немного обидные провокации. Ну, если вас это задевает, нужно посмотреть, чем именно вас это задевает, и помочь вам разрешить внутренний конфликт. Обвинять меня абсолютно необоснованно вызывает на ссору. А вас это задевает? 2 года назад я повелась и закончилась бы руганью в переписке. Но опять же, в ругане, то есть в ссоре, участвуют оба партнера. Если вы участвуете в ссоре, то вы можете это изменить. То есть личная ответственность в данном случае. Сейчас я умнее стала, стараюсь не реагировать. Видимо, ему этого не хватает. Но еще я встречи хочу с ним, если поведут на провокации, встреча оттянется. Ну, повторюсь, очень много вы говорите про него, совсем мало про тебя. Отвергаете то, что вы ревнуете, что выглядит как психологическая защита. Ну, могу ошибаться, может быть, здесь не ревность, а что-то другое. Вот, в любом случае, как-то вот то, что вы говорите, что вы его любите, но при этом то, как вы подаете свой текст, ну вот, наводит на некоторые размышления о том, что у вас, возможно, внутренние противоречия, которые мешают вам как раз-таки и выбрать такую модель поведения, которая бы вас устраивал. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.